Крупная биржа Kraken объявила, что снятие биткоинов теперь будет стоить $7. Kraken всегда платит комиссию майнерам для обеспечения быстрой обработки транзакций, сообщает Cointelegraph. Вот почему новая плата за снятие биткоинов будет фиксированной, а именно 25 тысячных биткоина за транзакцию, что на данный момент равняется примерно $6.75. Пользователи биржи предложили взамен торговать и снимать другие криптовалюты, такие как эфириум и догекоин, с более низкими комиссиями, примерно равными 1 центу.